Гэтай падзеі ва ўправленні следчага камітэта чакалі амаль 7 гадоў. Не тое, каб у супрацоўнікаў не было ўласных памяшканняў, але і назваць іх зручнымі для работы было нельга. У сучасным будынку не толькі зрабілі капітальны рамонт. Па сутнасці, ад былога збудавання, якое працяглы час не выкарыстоўвалася, засталіся толькі падмурак і сцены. Рэканструкцыя дазволіла ўлічыць спецыфіку следчай дзейнасці. Па два следователя практычна ў кожным кабінеце знаходзілася, што пры правядзенні следственных дзеянняў препятствовала качественному проведению допросов, потому что бывали случаи, когда одновременно с проведением одного допроса второй следователь также проводит допрос, соответственно, что накладывает свой отпечаток негативные тенденции в работе. В данное же время практически все следователи находятся по одному, что конкретно и качественно улучшает работу. На урочистой церемонии открытия керавництва следчего комитета, мясцовых органов улады, правоохранительных структур и духовенства. У зворотах до супрацовников пожаданий объективности у службовой деятельности про захование лепших человеческих якостей. По великим рахунку, с открытием этого административного будинка следчий комитет завершает этап материально-технического переоснащения областных управлений. Цяпер на чарзе будынкі Жыткавіцкага, Брагінскага, Рэчыцкага і Жлобінскага районных аддзелаў. Цеснае сотрудничество с областной властью, а также возможность государственной инвестиционной программы позволили нам в достаточно короткие сроки с неплохим качеством наверстать упущенное. Теперь я могу смело сказать, что следователи Гомельщины работают в самых лучших условиях в стране. У нас в каждом теперь новом здании есть комнаты для опознания. У нас прекрасные оптиковолоконные линии в каждом новом здании. Мы закладываем как бы наперед возможности дальнейшего функционирования единой автоматизированной информационной системы Следственного комитета. Плюс, конечно же, наполняем каждое новое здание соответствующей кримтехникой. Урочистая церемония открытия нового административного будинка управления следчего комитета по Гомельской области завершается переразанием червоной стужки и сходом особого складу. Заручением, бодай, самых гоноровых нагрудных знаков за службу и взаимодействие и за заслуги. Олесь Унцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».